Державный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович принял удел у республиканской доброчинной акции «Наши дети», у рамках якой наведал установу специальной эдукации «Ашмян». Повиншивавши маленьких выхованцев Центра коррекционно-развивающего навучания и реабилитации, а так само социально-педагогичного центра с надоходящими колядами и Новым годом, держсекретарь Совета безопасности передал ему подарунок компьютер, бытовую технику и слодычи. Александр Вольфович так само отзначил, что супрацовники державного секретариата з'являються традиційними удельниками республіканської доброчинної акції «Наші діти», яка важна не тільки для дітей, але й для дорослих. Ми участвуємо в марафоні добрих діл, в акції добрих діл, і традиційно сотрудники секретаріату вибирають один із віддалених цих дитячих будинків, де діти потребують уваги, коректировки. Подарить им чуточку счастья, чуточку тепла, улыбок, зажечь их глаза блеском, радостью. Вот. И, наверное, не только подарить им, но и зарядиться от них вот этой энергией, вот, теплотой, которая нужна сегодня нам, тоже получить вот эти положительные моменты. И детям это нужно, и взрослым это нужно. Мы не только посмотрели, что нужно вот, для этого детского дома, вот, какие мечты, о чем наши дети думают, мечтают, к чему стремятся. И мы видим, что наши дети вот, действительно ценят, наверное, то, что в стране делается для страны, во имя страны и для них.